Свыше 200 тысяч человек не могут найти работу в Дагестане. Об этом свидетельствуют данные на сайте Дагестанстата. Доля безработных среди трудоспособного населения Дагестана по итогам второго квартала этого года составила 17,4%. Из более чем 1 миллиона трудоспособных жителей безработными остаются 211 800 человек. Это на 4,3% больше, чем во втором квартале прошлого года. Значительно выросло количество людей, состоящих на учете в службе занятости. В конце второго квартала прошлого года на одну вакансию, заявленную в службу занятости, претендовали 26 человек. В июле этого года на одну вакансию приходилось 102 человека.